Микрорайон Бахчеванджи, улица Беляева, дома 14 и 12. Казалось бы, два соседних двора, но какие разные. Один очищен от снега почти до асфальта, в другой снегоуборщики не заглядывали давно. В чем разница? А разница в управляющей компании. Дом 12А обслуживает муниципальная УК ДЭС ЖКУ, а 14А – частная УК СВТ. Напомним, правила зимней уборки гласят, что придомовая территория, входные группы и 30-метровая зона вокруг МКД должна быть очищена до твердого покрытия. Отвечает за это управляющая компания. Качество зимней уборки в микрорайоне Бахчеванджи в субботу проверили глава района Алексей Валов и специалисты управления ЖКХ. Посмотрели сами, выслушали мнение жителей. Хочу выразить благодарность трактористу, самому лучшему в ДЭЗе ЖКУ. Самый вот вылезал лучше дворника. В управлении ДЭС ЖКУ в микрорайоне Бахчеванджи 50 многоквартирных домов. УК СВТ обслуживает 4, но если верить жителям, то скорее не обслуживает. Говорят, она не только снег не чистит, но и подъезды не убирает. И вообще обслуживающего персонала СВТ люди не видели давно. Вообще они ни разу еще не чистили нам снег. Только это и вот если тут что-то было почищено, это все было почищено, только компания ДЖКУ. По просьбе, да? Да, по просьбе. Мы их просим, они нам чистят. Компания СВТ вообще ничего не делает. Вот смотрите, у нас был ремонт подъездов по губернаторской программе. Вот это компания СВТ. Давайте зайдем посмотрим. Зашли, посмотрели. Кровля над подъездом протекает, и недавний ремонт от сырости уже сходит на нет. Поехали, встретились с жителями, услышали, увидели, что компания СВТ практически абсолютно ничего не делает. Территория не убирается, в подъездах не убирается, отмостки не чистятся, все входы в подвалы завалены. Однозначно переголосовывать эту управляющую компанию СВТ, она недееспособна на территории Бахчеванджи. Муниципальное предприятие ДЭС ЖКУ также в качестве подрядчика чистит от снега внутриквартальные проезды. Дороги общего пользования и остановочные павильоны в микрорайоне Бахчеванджи обслуживает муниципальная служба озеленения и благоустройства. К ним серьезных претензий нет. Муниципальное предприятие работает, справляется, есть тоже замечания по нему, но они будут устранены в ближайшее время, потому что техника у муниципального предприятия имеется, работы ведутся. А вот новости для жителей микрорайона Чкаловский и в особенности тех, кто приобрел квартиры в ЖК «Горизонт». Возобновляется его строительство. Застройщик компании «Бизнесленд» признал свою несостоятельность и сам нашел себе замену. Завершать работы на объекте будет компания «Своярд». Уже подписан инвестиционный договор в процессе оформления документов на передачу имущественных прав. Новая фирма «Своярд», которая зашла туда, готова работать. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».